Здравствуйте, поздравляем вас с выходом в финал. Скажите, пожалуйста, вообще, какие у вас впечатления от турнира и от финала в целом? Спасибо большое. Впечатления на самом деле положительные, несмотря на поражение сегодня. Мне кажется, что-то нашел какую-то свою игру на этом турнире, матч к матчу прибавлял, и действительно очень хороший и красивый, на мой взгляд, матч получился в финале. Конечно, обидно, что проиграл, были шансы во втором сете, не такие прям явные, но все равно можно было побороться и выиграть, но так сложилось. В принципе, уезжаю я отсюда довольный и, так скажем, смотрю оптимистично в будущее. Как на вас вообще повлияла пандемия? Ну, сложно сказать. Я планировал вернуться в момент, когда пандемия-то началась, начать играть турниры. Из-за этого все отложилось. На самом деле, в какой-то степени, возможно, даже мне это помогло, потому что дало дополнительное время больше подготовиться. Но понятно, что в какие-то моменты было непросто. Не знаю, я как-то стараюсь к таким ситуациям относиться философски и принимать. Как бы ты все равно не можешь ничего на это никак повлиять, поэтому... Как будет, так и будет. Так к этому отношусь. Какие у вас вообще ожидания на этот год? Ну, не знаю, наверное, максимальное ожидание, чего бы хотелось, это, конечно, вернуться в сотню в конце года. Это, конечно, достаточно тяжело будет сделать. Нужно, чтобы все сложилось, не было больше никаких травм, потому что после возвращения все равно вроде основную травму залечил, потом там где-то в одном месте, в другом месте чуть болит. Надо будет, конечно, с этим совсем справляться, но это такая задача максимум. Ну а так, не знаю, забраться как можно выше. У меня еще есть защищенный рейтинг, который мне позволяет пока что играть достаточно крупные турниры. Но вот надо его очень грамотно использовать, чтобы уже нормальный рейтинг, так скажем, подрос достаточно, ну и уже стремиться как можно выше.